Новокаспийске состоялось открытие мемориальной доски памяти погибшего при исполнении служебного долга сотрудника МЧС России Назима Шеринбекова. Почтить память героя пришли начальник Главного управления МЧС России по Республике Дагестан Нариман Казимагомедов, председатель собрания депутатов города Абдулвахид Джаватов, заместитель главы муниципалитета Гусейн Ункилов, родители, близкие и многие другие. Пожелать вам крепкого здоровья, уважаемый Алибек Алиевич, Александра Сагадиновна, за воспитание достойного сына, достойного героя Российской Федерации, который является сегодня примером для подрастающего поколения. Жизнь Назим отдал, ни секунды не сомневаюсь в том, что это поможет нам дальше жить. Уважаемые родители, на Шеребек Алиевич и Салиха Загадиновна, наш брат Назим прожил достойную жизнь. Он был очень порядочным, очень скромным человеком. Мы знаем, что именно такие искренние, отзывчивые ребята в основном идут, оценивают ситуацию правильно и вполне осознанно идут на риск, понимая, что ценой своей жизни они могут спасти жизнь других людей. В тот страшный день, 3 марта 2012 года, в 22:30 в пожарную охрану поступило сообщение о том, что в районе выездного поста ГИБДД города Махачкалы в стороне поселка Сулак горят два автомобиля. На место пожара выехала дежурная смена специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров, в составе которой был и Назим Шеринбеков. В момент прибытия на место пожара выяснилось, что горение автомобилей произошло в результате террористического акта. Несмотря на имеющуюся опасность, младший сержант внутренней службы Шеринбеков в составе отделения приступил к проведению разведки, организации аварийно-спасательных работ и тушению пожара на горящих автомобилях. В это время произошел второй более мощный взрыв, в результате которого была уничтожена пожарная автоцистерна. Младший сержант внутренней службы Шеринбеков от полученных ранений погиб на месте. Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях, младший сержант внутренней службы Назим Шеринбеков был награжден орденом мужества посмертно.